Бобрики, привет! С праздником вас! Я, видите, вот какая нарядная. Да, я снова снимаю. Ногти даже покрасила вместе с яйцами, потому что либо ногти фиолетовые, как яйца, либо они нормальные. Ой, показываю последнюю книжку. А у Арины колечко. Последнюю книжку с иллюстрациями. Да, и браслетики с иллюстрациями Марии Михальской. Мы сегодня красивые. И корона. И корона. И бусы. Хорошо, видели все. Да-да-да, вот бусы. Господи. Я сначала думала, что Арина еще не готова к таким сказкам, поскольку они довольно длинные. Я готова. Да, я думала. Вот. И где-то вот на весь разворот без текста иллюстрации, а где-то нету иллюстрации. И вот такие вот маленькие штучки, как Михальская любит зажечь. Огромное что-нибудь, и потом, значит, вот такие мелкие штучки. Но я вам скажу, что сказки настолько интересные, что Арина вполне выдерживает все вот эти вот развороты, которые без иллюстраций, да. Смотрите, опять эти такой гигант. Ну, понятно, что сказка такая, и вот такая вот мелочь. Настолько они мелкие, вот мой палец, и вот персонажи. Вот. В общем, Арина прекрасно выдерживает эти длинные сказки. И мне они нравятся. Да, и ей они нравятся. И мы даже очень долго с ней беседовали про следующую сказку. Вот «Мальчик-звезда». Как-то ее очень впечатлила эта сказка. Вообще сказки Оскара Уайльда, они в некоторых случаях заканчиваются... заканчивается тем, что... заканчивается намеком на религию, в общем. Не на религию, а вот на Иисуса Христа, например, вот на какие-то религиозные заповеди. В общем, вот, смотрите, вот, например, здесь только веточки. И Арина вполне прекрасно выдерживала. Она слушала, что-то там играла со своими ногами или что-нибудь с одеялом. Ну, как-то сама себя занимала, когда нет иллюстрации. Вот. Но она все-таки внимательно все слушала и потом задавала мне кучу всяких вопросов. Да. Вот это особенно сказка «Мальчик-звезда». Прям длинная. Про гордость, как он... Ну, мальчик-звезда, он вырос очень красивым и загордился своей красотой. Всех унижал и себя возвышал. А других, а потом его ожидала... Да. Некрасивыми и какими-то некрасивыми. Да, и потом он сам таким стал. Да, в общем, ему пришлось очень тяжело. Тут вот он. Вот таким. Да. Как жаба. Как жаба, да. Потому что жабой маму свою обозвал. Мама была нищенкой, но он ее не признал. Ну, короче, история интересная. Ну. Вот эта картинка страшная. Арина ждала, пока мы ее скорее перевернем. Вот. Ну, тут он, зайчик его сопровождает, он ему помогает. И в конце концов, конечно же, все заканчивается хорошо. Он возвращает, находит свою маму и становится, да, ну, да, красавцем. И вообще мама оказывается королевой, папа его королем. И он сам принцем. Вот. Счастливый принц. Ну, в общем, сказки такие, да. Арине, для тех, кто не знает, 5 лет. Так что вот она вполне, оказывается, уже готова на такие большие сказки. Если, конечно, их читать не всю книгу подряд. Во-первых, мама сама сдохнет. Столько читать, если это на ночь. Вот. А так, конечно, есть о чем Марточка умерла. Порассуждать. Да. Правильно ты выбрал, сказал Господь, ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге счастливый принц будет воздавать мне хвалу. Ну, то есть, вот такие вот темы поднимает Оскар Уайльд. Он в конце только об этом говорит, не... Там вполне все сказочно. Нет. По ходу, только в конце. Такой как бы итог. Самая лучшая ракета. Замечательная ракета, да. Замечательная ракета. О том, как она там ракета хвалилась. Прям бесконечно хвалилась собой. Тоже. Ну вот. Ее тоже ждала. Непростая после этого судьба. Все ракеты вон, значит,
были применены в качестве салютов, а она промокла и не смогла. Она не смогли ее воспользоваться. В общем-то, она не взлетела. Упала в грязь. Упала в грязь, и да, и очень даже. И все равно она до самого конца считала себя самой лучшей. Вот. Преданный друг. Вот Михальская, она делает акварельные такие иллюстрации, потом в диджитале немножечко, видите, вот такие вот светящиеся штуки. Или вот, это, видимо, акрилом, ну, каким-то белилами на брызги такие, да, но они нормально смотрятся, не как кое у кого. Вот. В общем, вот такие вот длинные сказки, видите, да? Иллюстрации. Ну, я приятные. Эту иллюстрацию не видела, потому что игралась там как бы моими пальчиками. Угу. Это видела. Тут утка рассказывает лягушке, ой, птичке рассказывает сказку про маленького Ганса и мельника. Маленький Ганс настолько себя ни во что не ставил, что прислуживал мельнику, который пообещал ему подарить тачку. Ох, и так он его эксплуатировал из-за этой тачки. Я же тут еще такими словами интересными это все. Ведь я же тебе... Если вспомнить о том, что я хочу подарить тебе тачку, ведь я такое... Дело делаю доброе бесконечно. Что хочу тебе подарить эту тачку. В общем, так он его загонял, что в конце концов этот маленький Ганс умер. Все пришли на похороны. Все его так любили, но больше всех горевал мельник. Я был его лучшим другом. Ну, в общем-то, да, такая история. Психологический триллер. Мне понравилось. Да. Вот. Все, вот наша Михальская. Плейлист создам для нее, если еще не создавал. Вот,